всего-навсего. Вот. И если здесь ничего не делать, то вы из стадии привыкания можете даже перейти в стадию вообще отвержения, раздражения. Вот. Для того, чтобы из этих стадий переходить вновь в стадию влюбленности, как раз и нужны психологи, как раз и нужны знания о семейной жизни, о психологии. И вот если вы поживете отдельно хотя бы, как молодая семья, да, то вам проще, если вы возвращаетесь в клан своих родителей, то вы уже будете как семья отстаивать интересы вашей семьи, а не интересы каждого из вас по отдельности. Потому что у вас уже будет некий опыт семьи. Хороший ответ. Хорошо, что именно. Хорошо, что именно. Кушать приготовлю. Кушать приготовлю. Тоже спрашиваю, что именно. Отлично. Так, второй ряд. Ага, там же третий. Ага. Посмотрю в окно. Поняла. Посмотрю в окно. Нехай себе просит эту заботу. Так. Что именно, да? Что она имеет в виду? Так, а вы? Это как завод качунец. Посмотрите на свой образ семейного счастья, на свой символ. Полюбуйтесь им. Почувствуйте тепло, которое идет от этого семейного счастья. Это же счастье ваше. Чувствуете? Теперь правой рукой прикройте ваше семейное счастье, чтобы оно не улетело, не расплескалось. И приложите его к своему сердцу. Несите, берегите свое семейное счастье, оно будет греть вас долгие-долгие годы. Вам большое спасибо за внимание. А вот то, что вы сегодня услышали, это было полезно, на ваш взгляд? Ну, семейная психология, она как бы очень такая глубокая наука, в принципе. А жизненные моменты, конечно. Очень важны. А вот какие для вас, как будущих молодоженов, проблемы наиболее актуальны? Ну, самый момент, да, это жилищный момент. Жилищный момент, да. Потому что своего жилья на данный момент нет, поэтому очень актуальный вопрос и очень много полезной информации сегодня для себя открыть. Ипотеку хотите? Ну, социальная ипотека. Ипотека – это не вариант, потому что они сами сказали, то, что даже при условии того, что мы имеем большую сумму первоначалки, все равно стоит 3 года, а 3 года же надо же где-то жить. Тем более у нас будущий ребенок, как бы его тоже надо содержать, а это очень дорого. Соответственно, получится дешевле купить квартиру коммерческом. А какие, на ваш взгляд, еще проблемы, ну, такие актуальные для молодых семей сейчас, кроме жилья? Взаимоотношения, может быть? Да, но сейчас многие молодожены с характером, так что это как бы нужно суметь услышать, понять друг друга. Это очень сложно, как мне все совместно. У вас скоро важен такой момент в вашей жизни, волнуетесь? Я спокоен.